Всем привет, с вами Нюнка, и в этом видео речь не пойдет о ТСУ. В этом видео хотел бы поговорить о целях, о мечтах. Порядка 3-4 лет последних я очень хотел попасть на YouTube, создать свой канал, развивать его. И сейчас это есть. За последние полгода, как я начал этим заниматься, вот у нас отметка в подписчиках чуть больше 1000. Я хотел бы выразить вам всем огромную благодарность. Это очень важно для меня. Спасибо вам большое за поддержку, за активность, за комментарии, за ваши лайки. Вы все являетесь частью моей мечты. Для меня недостаточно просто сказать вам спасибо. И я хотел сделать нечто особенное. Хочу заранее поблагодарить ребят, вот этих, которые помогли мне в этом. Спасибо вам большое, ребята. Что я придумал? Я из числа всех подписчиков выбрал одного человека, который по той или иной причине запал мне в душу. Я очень хотел осчастливить этого человека. Захотел. Хочу. Я предлагаю вам посмотреть ролик дальше и увидеть, что из всего этого получилось. Спасибо вам большое еще раз. Смотрим. Ой, что у тебя за новый стиль? Ну да. А я периодически просто... Я люблю, когда что-то меняется. Я себе голову в разные цвета постоянно крашу, и персонажей в ТСО тоже меняю. Понятно. Так, сейчас. Плюс я специально купила вот этот цвет только ради того, что он на каджитах с этим саракезом очень классно смотрится, только поэтому. Так, ладно. Держи обмен, сейчас тебе все накидаю, что у меня есть. Так, смотри, что у меня есть. Я тебе буду все кидать, тебе потом что не надо выкинешь или там не скинешь обратно, я просто не в курсе. И что надо, ты этот заюзывай. Забирай. То есть то, что тебе там нападало, что ли? Да, много чего нападало. Давно коплю уже. Забирай. Так, что у нас еще есть? Вот это есть, вот это есть. Так. А, здесь, так. Я просто не знаю, некоторые какие-то дешевые, может быть, просто для коллекции тебе, я не знаю. Что-нибудь, может, не было у тебя? Ну, что, посмотрим. Я смотрю, вот некоторых у меня нет. Теперь будет. Там от самых простых, там, до каких-то непонятных. Так. Так. Так, что еще тут есть? Такая ерунда. Забирай. Где-то треть, наверное, отдал. Так, такая есть. А, ну вот из интересного. Наверное, не знаю. Интересные эти вещи. На самом деле, алиитские шмотки, они прикольные, но они настолько ситуативные. То есть я за всю жизнь их использовала, по-моему, один раз. Mm-hmm. Ну, как коллекционеру-то, нет? Коллекционеру, да. Ну, ладно. Так, что еще? Сейчас просто уже в игре столько всего, что ты просто этого даже не помнишь. А, нет, все дается. Что у нас еще? Вот это. Я понял, что мне смысла это все учить нет. Как... Лучше я тебе буду отдавать, а если надо будет к тебе обратиться, может, ты по доброй воле что-нибудь скрафтишь. Не, если там не нужны хромовые покрытия или всякие канифоли, то я скрафчу вообще на раз-два. Даже если они нужны будут.
Мы их найдем. У нас они есть. Так, вроде что-то еще есть. А, сейчас скажу. Ё-моё, там очень много. Места есть там еще? Сейчас, секунду, я почищу, я выучу, что тут не выучено. Мне просто интересно, с каких размеров у тебя банк, если ты все это там хранил. 480. А, ну ладно, тогда да. Я могу сказать, сколько еще места надо, чтобы ты освободила. Ты скушай то, что там у тебя есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Сейчас я докушиваю. А вот эти всякие олейские, там какой-то стол был, там что-то там скамейка, это было вообще не все. Алейский, у меня, по-моему, стол есть. Он там стоит в районе 30-ки, я могу тебе в обратно дать, то, что он приятный для продажи. Да нет, у меня там вроде что-то еще лежало повторные какие-то. О, салютинские рецепты, это я люблю. Даже не знаю, где оно попадалось. Где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как, да? Так, ну. Я раньше это подряд кушал, а сейчас думаю, а зачем оно мне надо? А, ну, все вроде последнее. Так, сейчас посмотрю точно. Так, да, вроде все. Так, сейчас надо будет, чтобы ты еще кое-что сделала. Так. Сейчас мы подумаем, как лучше сделать. Что там? Что-нибудь интересное для тебя нашлось? Хоть что-то полезное? Не, ну на самом деле у меня прилично тут рецептов не изучено. Потому что даже вот самые такие начальные, некоторые зеленые у меня нет, и приходится это докупать или еще где-то брать. А тебе вообще какая локация самая больше всего нравится? Я вообще базируюсь за дышание. Я не знаю почему, просто как-то сложилось так. Туда слетаем. Сейчас слетаем. Что-то в свое время тоже мне дышал нравился. Какое-то время там тусовался, очень много ресурсов. Когда только игру, наверное, начинал первое время. Как-то попал в дышал, он понравился, долго там обитал. Потом как-то раз-раз-раз переехал в другие локации. Так, ты там выучила? Сейчас Так, вроде все я выучила. долечу на меня. Переместись, пожалуйста, сейчас лечу. Если есть возможность, прыгай. Вроде все отлично. Скажешь, как долетишь.
Так, ну, я на месте. Ну, ко мне подойди, пожалуйста. А, мы не в пати же с тобой, ё-моё. Чё мы не знаем? Да, вот. Ты можешь почту свою чекнуть? Так, а это... Может мне типа там половину там отдать или как? То, ну это прям, ну очень, очень же язык заплетается теперь. Сейчас, погодь, я глаза протру. Притирай. Ну, не шкаф, конечно, всего лишь полка. Что, протерла? Да, что-то я до сих пор своим глазам не верю. А тебе все-таки выпало, да? Ну, это не шкаф же. Полки тоже очень дорогие. Я заметил. Теперь можешь еще раз на меня прыгнуть? Угу. Сейчас одно видео готовлю. Как раз тематика подходящая. Типа раздаешь кучу денег этим Да нет, нет. всяким бомжам, и они такие ура! Да нет, не так. А теперь еще раз почту чекни. Так, а, ну хватит меня баловать, разбалуешь вообще в край. Ладно, больше летать не буду. Больше ничего нету. Ну, это тоже не шкаф, к сожалению, но очень тебе вот. Куда ладно, эти жаровни тоже там по 5 лямов, по-моему, стоят. Я говорю, если хочешь, продай и купи себе шкаф. В общем, вот. Я просто говорил, что тебе это прям, ну там, мечта не мечта маленькая, ну вот. Чем смог, так сказать. Спасибо большое, прям очень порадовал. Прям плюс моралича. Я тебя вдохновлю. Надеюсь, вдохновил. Ну, прям помаксимальничаем, если честно. Прям, ну что так, ну, вы меня смущаете теперь. Насчет видео, которое я хотел записывать, если что, оно уже записывается. Я так и знала. Вот я подозревала, что в этом есть прям какой-то микро, как бы цензурно это так выразиться, Подвох. микроподстава, да, какая-то. Я чувствовала на пятой точке, да, вот что... Вот завтра увидишь. Не, ну спасибо большое, прям огромное спасибо. Вот, так что вот. Ну, в принципе, все. Что-нибудь интересное выпадет. Позову. В общем, вот. Ну ладно, я надеюсь, это тебя хоть немножко осчастливило, вдохновило, сил придало. Вот, конечно, все это игровые мелочи, но вроде бы они для тебя важны. А говорю, если бы у меня не активация по кнопке стояла бы, то услышала бы, как я верещу. Вот, к сожалению. А очень хотелось, ну ладно. Ой, ну ладно, все вроде. Ну тоже, к сожалению, не шкаф, конечно, я очень старался, и не только я. Сейчас только единственное, я отойду прям микросекундочка. Давай.